сотворил небесный свод, землю и моря. Животных вывел он из вод, но не было царя, чтобы землею управлял, заботился о ней, ждала хозяина земля, и создал Бог людей. Своим подобием почтил, дал благодать свою, весь мир их воле подчинил и поселил в раю. Они могли бы до сих пор жить, не считая лет, не будь нарушен уговор. Всего один запрет. Среди рая дерево росло небесной красоты, таили и добро, и зло древесные плоды. Под страхом смерти запретил Господь плоды вкушать, вовек никто бы не решил запрет тот нарушать. Адам Создателя любил, любила и жена, но у людей завистник был, злой ангел Сатана. Он вкрадчиво сказал жене: «Я знаю, почему вам дан запрет. Доверься мне и слову моему. Как только вы съедите плод, вы станете как Бог. Я знаю это наперед и вам узнать помог». Постой, несчастная жена, плод съеден, грех свершен, и человек из-за греха бессмертия лишен. Но не забыл Господь его, и вот спустя века послал он Сына Своего спасти нас от греха.